Я уже заметил. Особенно этот покусыванием имба по запяточке в воде. На самом деле в воде я не понимаю, типа, что все там стремаются маленькими и больших бить. Я помню, Зуху, блядь, долбил за лонку в воде за счет того, что я его кусал, короче, ну, где-то в плечи примерно. То есть я выше него плыл чуть-чуть и долбил его по спине. Он хвостом не попадал, потому что хвост подо мной, блядь, а, ну, головой тоже. Слушай, ну так-то можно и с спинозару то же самое ему в этот, да, не, да, не, да. Только не спину, а как его... Вот ты его плавник по плавнику кусаешь его. Ого. И держишься ближе к спине, а он ничего тебе не сделает, он заебется поворачиваться. Даже с хвостом он не сможет быстро поворачиваться так. А с кожей? Вот с кожей уже не знаю, я боролся с противобалансного. С кожей он пизды получит быстрее просто. Я боролся с противобалансного, и он это не особо как-то развернул. О, вон там кто-то идет, смотри, смотри, смотри. А, это спиныч. Спиныч с церковью дерется. Церковь спиныч, да. Церковь спиныч. А у церкви блит. Церкви жопа. Давайте я спиныча укушу. Ебать, тут вот спиныч мертвый, слышь? А, это тот, которого с травами дрались. Да, да, я спиныча укусил, мы уже можем биться с церковью. Кентра заспавнился, Кентра заспавнился. Ой, блядь, что-то, блядь, близко о, было. Идемте Кентру, Кентру. Он убегает в... Слушайте, если бы я такое на Кентре увидел, я бы тоже начал сваливать. То, что Миколай это быкует на спину? Не, то, что в спины. Ну, блядь, уходи. У него, блядь, ну, удар хвостом мощный, ты куда? Ну и что, я один накусал, пройду регенец, сейчас кто-нибудь из вас нахуячит его. Бля, ну ладно, в жопу Кентру, бегу к ТД к вам. Его там яда ебанешься. Бля, спина, ты надеюсь в воду не полезешь? Серьезно? Полезет. Похуй, пусть лезет. Не, если лезет, я думаю, мы его убьем еще быстрее. Те же пятки и горб мы вообще на изи будем накусывать. Сейчас я себе стамину от регени тоже буду влетать. Сейчас я себе ебало восстановлю. Главное, их накусывайте, чтобы он в бою был все время, чтобы не регенился нихуя. Ну, кто, у кого хп есть, вот, пусть Холодор уже хилится. Можно не часто, типа, укусил, 30 секунд жди. Так, сейчас я хотел себя отрегеню этот. Как называется, блядь, стамина? Ну. Так. Сало, давай влетай. А, Фантом, чё ты, блядь, там... Я просто да под ним, нафиг блядь, твои задания, влетай в него, блядь. Прям под ним лежу и хилюсь. Да. Сейчас от регения все прибегу. Ты себе, блядь, помахай. Ой, воду пошло, Аня. Да, блядь, дай сяду, спину еще ебаный. Так, где-то еда была, кстати. Да, он где-то была. Я знаю, где еда, возле плотины. Не, еще кто-то едет. А, он в воду лёг, он в воду пошел, ребят. Пина в воде? Смазать. Да, это вообще возможно такое? Не. Это незаконно. Нет. Вот именно. Yes. Туманный туман. Ты ему по пяткам кусаешь. Ну пытался, один раз укусил и все, он вышел из воды. Ну, он изначально выходил, видишь. А на рыбу поймаю просто. Съем. Угу. У меня уже половина хп, давайте еще немного, и можно влетать. Думаю, пацаны, слышите, к воде не подходите близко. А что так? Тут крокодил. Крокодил? Да, вот где я прям, бублик. Дефенсный или скрупный?
а я хуй. Ну, Латенко. В дефенс. Ого, попыль, как за мной. Латенко в дефенс? Что? Да. Такое бывает? Не знаю. Ебать, Латенко в дефенс, это вообще возможно? Наверное. Какой-то псих, крокодил, блядь. Что надо тебе на? Наш старейшина же сказал накусывать его каждые полминуты. Ксалана вообще не видим к этому. Пошел, пошел, разнос. Я тебя убью, плохой дядя. Плохой дядя. Плохой кривой дядя. Так. Минус там интригенти. Хорошо. Ой-ой-ой. Тут кто-то большой у меня. Дас повернулся. Это не тот, кажись. Ребята, отойдите ненадолго. От спиноча? Но он, блядь, уже, да. Сука. Не, сейчас тут, даст, тут возможно. Спрятан. А, да. Нет. Даст спиноча увидел на альте и назад идет. Смотрите. Обосрался. Ой, Латенко, иди отсюда, задрал, уже бесишь. Да ты надоело, ты уйдешь отсюда, ты тупорылое животное. Блядь, тупорылое животное. Оно еще и кусается, ну, третий стран. Слушайте, я хочу на Дас попаковать. Прям неимоверно хочу. Вот он тут. Ой, блядь, побыковал, ладно, все, говорил, не буду. Тут Латенко, третья сторона. Да. Меня атакует. Мне нужна помощь, у меня стамина мало. Достаточно. А у меня блит на все. На все хп. А у меня хп мало. Один бублик шикует, в водичке плавает. Не, какой я плаваю? Я вообще-то пиздил крокодила вообще, алё. Чё, запиздил? Нет, но он побил его. Ему было неприятно. Я тогда за спина побегаю, чтобы он не ложился. Да, ну и покусываю его иногда. Он по кругам. Аккуратно, всё же помогло. Ай, жопу попал. Сейчас, я себя по регению быстренько стамины помогу тебе, Фантола. Даст помало, что он сваливает в облик. Погоню. Ой, смотри, встал, блядь. Что такое, обосрался? Блядь. Сразу видно, вы слу переиграл, блядь. Да, сразу. Правда, видно. Тут это тоже работает. Фантола, все, 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 Фантола. Все хорошо. Че, блядь, у камня встал, блядь. Членобес ебаный. Смотри, короче, его. А мы с кем деремся вообще? Мне въебали, бледы. Не могу драться. Всё. Давайте к нам лучше, у нас тут спина, чем поинтереснее будет. Ну там не сказал бы, что даст скучный. Ну, блять, спиноч-то уже нормально погрызли, он уже это в ссадинах везде. Бублик, иди к ним, я тут буду лежать. Я его еще раз спросил, я ему обновил. Обновил, точнее. Не то, что закончился. Я ему же удара 2-3 живота. У него мало хп, ребят, давайте быстрее добиваем. Он вообще красный-красный. Понял. Все, он понял, что нету смысла и просто пытается меня убить. Все, он вообще лоу хп. Да бублик! Ой-ой-ой. Блядь, пиксель. Как ты выжил? Убили, ребят? Не-не-не, почти, он, почти. Он каленый вообще очень. Ой, блять, въебал меня. Хорош. Да! Ковровая! Нормально. Церковь надо... пришла, смотрит на... Да, да, все, извини, все, я тебе... Три церкви пришли, ребята. Я иду к вам.
Я пошел в воду, короче, мне нужно отойти на минут 10. А что? Я, короче, по АФКшу просто в воде. А что Сарка выждет? Смотри, не задохнись. О, там. Кстати, Сарка же, да, я забыл про него. Пойду тогда в куску спрячусь. Где церкви тут стоят? Они у Даспа были. А. Вот, давайте кусты, наверное, сядь. Хотя еда будет приманивать. Так, у меня... Слушай, это тебе не Исла, тут еда не пахнет. Не, ну типа увидят просто.